За ваш союз, за вашу семью. За Петра и Лизу! Почему ты молчишь? Ты опоздал. Я нервничаю, если ты не отвечаешь вовремя. Что можешь сказать о ней? Ничего не могу. Сегодня ее нет. А что с ней? Ты давно с ней знаком? Знаком. Но не хочу о ней говорить, мне неприятно. Когда ты ему скажешь? Что я должна ему сказать? Про меня. Когда ты все время ездишь? Здесь горела моя подруга. Ты об этом знала, да? Если опоздаешь, я приду к тебе домой.